забиваю в нее кусочек. Но рискну с помощью друзей звать девушку. Вот уже сейчас я понял, да. Помощь зала. Надо читать, да, кто автор, потому что там все так перебралось. Алексей Ващенко и Георгий Васильев. А кто из них? Копейки, деньги, если нам по 8 лет. А в 20 лет не деньги, 3 рубля. С годами все для нас в привычку входит на земле. Уж так хитро устроена земля. Ведь нам 16 от любимых нужен только взгляд. Он как монетка чистая блестит. А в 20 на место той монетки 3 засаленных рубля. Нас не устроит к 25. Измены, как в непонятном сне. Итак, наш неразменный, самый сгорив конец, сквозь тьму несоответствий, так трудно уловить страшнейшие из бедствий. Моя многострадальная любовь, нам неблагодарным веришь зря. С годами может каждая из наших нежных слов привычкой стать и цену потерять. Поверю ли банкноте из тетрадного листа, где вместо водных знаков лишь слова? Для нас ведь только в детстве 3 копейки капитал, а в 25 нам больше подавай, чем биться лбом об стену. Уже не сможем мы. Итак, наш неразменный от мерзости отмыть. Быть может, наконец я смогу остановить страшнейшие из бедствий инфляцию любви, страшнейшие из бедствий.